Познакомили с сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Вместе с оперативниками советского РОВД были задержаны два жителя областного центра. 45-летний индивидуальный предприниматель и его 41-летний друг перевозили в машине почти 1,5 килограмма невысушенной марихуаны. Для силового захвата были задействованы сотрудники отряда милиции особого назначения УВД. Возле одного из домов по улице Мельчанской, где и проживал один из задержанных, автомобиль нарушителей был блокирован и произведено их задержание. Сразу найти наркосодержащее зелье милиционерам не удалось. Пакет с травкой спрятали под капот автомобиля «Жигули». Согласно выводам проведенной экспертизы, представленное вещество являлось опасным наркотическим средством марихуана. В 2015-м один из задержанных уже был осужден на 3 года лишения свободы со срочкой приговора на 2 года за хранение наркотиков. Однако от соблазна не удержался. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.